Барнаулец на грузовой машине спровоцировал смертельную аварию в Новосибирской области. 58-летний мужчина выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с «Газелью». Водитель «Газели» скончался на месте, сообщают в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области. На кадрах видно, что «Газель» разорвало на две части. В аварии также пострадала женщина за рулем «Мазды». Она получила ушиб грудной клетки. Причина аварии, которая произошла накануне, сейчас устанавливают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.